Здравствуйте! С вами Анна Еремина. И я сейчас расскажу, что такое иметь красивый вокальный голос, из чего он состоит. Наверное, все вы бывали в барах караоке, и порой вы слышали прекрасные исполнения, которые очень и очень походили на оригиналы. А порой вы слышали, что человек будто медведь ему на ухо наступил. Так что же это такое, когда медведь на ухо наступил? Так вот, вы слышите, внутри нас есть ощущение песни, мы слышим исполнителя. Но когда кто-то поет вразрез с нашим ощущением, он не чисто поет мелодию, эта гармония песни теряется. В песне главная мелодия. И правильность ее интонирования, то есть правильное ее отображение, является ключевым моментом в понятии, что такое петь чисто. И это первое понятие, из чего состоит голос вокальный. Это умение чисто интонировать мелодию. Мелодия – это своего рода индивидуальное лицо. И мы знаем множество мелодий, и мы их можем всегда отличить, потому что у них есть некий свой какой-то код, и он состоит из определенного сочетания нот. Второй момент, на что можно обратить внимание, что такое красивый вокальный голос. Вокал песни – это эмоции, и умение их передавать является наиважнейшим моментом в вокале. Зачастую вы слышали, что когда идет какая-то смысловая кульминация, исполнитель поднимается в самый высокий свой регистр голоса, мелодия становится насыщеннее, ярче, напряженнее, запоминающейся. А когда спускается вокальный регистр, спускается мелодия, происходят более обыденные слова, более обыденные чувства. Голос может играть всеми красками, от самого яркого, звонкого, до тихого, печального, задумчивого. Вы, наверное, обращали внимание на голоса ваших любимых исполнителей. Это будет третий момент – харизма исполнителя, тембр исполнителя. Помимо того, что существуют основные деления на вид голосов, сопрано, альт – это женские голоса, меццо-сопрано, мужские – тенор, баритон, бас. Приведу примеры самых знаменитых теноров – Кипелов, Фредди Меркьюри, баритон, знаменитая песня «Бель» из мюзикла «Нотр-Дам-де-Пари» написана для баритона. Так вот, вы услышите, что ваши исполнители обладают разными тембрами. Тембр человеческого голоса, он подобен инструменту. Вы не спутаете одного исполнителя с другим. Хотя иногда порой можно встретить, что манера исполнения или голос похож на кого-то. О чем это говорит? Значит, он обладает таким же типом голоса. Допустим, какой-то тенор, допустим, Фредди Меркьюри, какой-то другой вокалист, поющий с таким же типом голоса, будет походить на Фредди Меркьюри. Так вот, но все-таки у всех у этих голосов, у всех у этих исполнителей есть свой код. У Григория Лепса все звучит надрывно и с хрипотцой. У Витаса он очень часто пользуется фальцетом, и почти все его пение пронизано высокими нотами. И это является отличительной чертой его. Так вот, у каждого исполнителя есть свои отличительные особенности. Это образная сторона вокала. А что такое техническая сторона вокала? Что такое постановка голоса? Постановка голоса подразумевает под собой развитие определенных навыков, таких, как вы сможете спеть очень длинные фразы, и это говорит о вашем развитом дыхании. Вы сможете спеть мелодии любой сложности, и это говорит
о вашем развитом музыкальном слухе. Вы сможете спеть в любой тесситуре, вы сможете спеть и низко, и в средней тесситуре, и в высокой тесситуре. Это говорит о развитой вокальной технике. Так вот, все эти моменты, они успешно развиваются при правильной методике, при определенных усилиях и определенном режиме занятий. Наш голос является, вокальный голос, хорошо звучащий, является отражением знаний и практики. Если вам понравился этот урок, нажмите «Нравится» и, пожалуйста, оставьте свой комментарий. Ваша поддержка очень поможет мне создавать новые видеоуроки. А также подпишитесь на мой канал, чтобы получать самые свежие видео от меня. С вами была Анна Еремина. До встречи!